Вау, какие у тебя мягкие руки. Как чувственно ты играешь. Да, спасибо. Я чувствую себя прекрасно за фортепиано. Красивые слова. Каждому музыканту хочется прокрутить у себя в голове этот сценарий. И каждому музыканту хочется, выучив ноты, играть свободным телом и очень свободно самовыражаться и чувствовать себя комфортно за фортепиано. Но часто такое бывает о том, что вы выучили произведение, вроде бы все знаете, но чувствуете, вот как будто бы чего-то вас сковывает и не дает вам свободно дышать за фортепиано. Почему так происходит? Рассказываю. Наше тело, оно всегда взаимосвязано. У нас есть мышцы-антагонисты, крупные мышцы, мелкие мышцы. И тут мы должны подходить с точки зрения того, что наш весь пианистический аппарат, он весь взаимосвязан, очень тонко настроено именно вот это взаимодействие. Когда мы играем на фортепиано, мы играем пальцами. И именно пальцы отвечают за нажатие на клавишу. И тут, когда вы только начинаете свой путь музыканта, вы подходите к фортепиано и начинаете, так сказать, делать какие-то упражнения и пробовать именно дотрагиваться до клавиш. Но где мы раньше в жизни могли бы выполнять вот такие вот движения? Возможно, печатать на компьютере, на клавиатуре, либо в телефоне, либо брать какую-то ручку или что-то такое. То есть мелкая моторика у нас именно отвечает за это. Но когда вы переходите в плоскость фортепиано, наши пальцы, они, мягко говоря, в шоке. И именно мышцы, некоторые говорят, что в пальцах нет мышц, но просто будем иметь в виду, что все равно развитость наших пальцев, они говорят, мы не справляемся с этим, пожалуйста, помогите нам. И тут начинает включаться более крупные мышцы рук, предплечий и всего остального. И они говорят, пальцы, вы не справляетесь, мы идем к вам на помощь. И получается так, что когда вы играете, вы должны играть именно пальцами. Но так как пальцы не справляются, начинаются зажимы в теле, начинаются зажимы в руках. И вот все мышцы такие, нам надо стараться не показывать, не подавать вида того, что пальцы не справляются. И поэтому самая распространенная ошибка и причина того, что руки деревянные, это в том, что наши пальцы недостаточно крепкие для того, чтобы играть на фортепиано. Есть такая аналогия. Ваша рука это как веревка, она должна быть очень такая свободная, а палец это гвоздь, который забивается в клавишу, как в стену. То есть пальцы должны быть максимально такими крепкими, а руки должны болтаться на этих пальцах. И вот только тогда ваши руки будут свободными. Можете взять в Ютубе, открыть какие-то исполнения знаменитых пианистов, там Горовица, даже того же самого Мацуева, и посмотреть, как их руки двигаются. Вы заметите, что это свобода в руках, и именно четкие и цепкие пальцы. Давайте я не буду больше говорить вам теории, и вы можете посмотреть упражнения, которые я приложу именно к этому видео, и уже перейти на фортепиано, и на фортепиано поработать над именно над четкостью, над крепкостью вашего пальца. Ну а после этого, если же вы поработали над этими упражнениями и вам стало мало, вы можете записываться ко мне на уроки и заниматься по индивидуальной программе, работая над со своими собственными какими-то зажимами и с тем, что не получается именно у вас, для того, чтобы мы смогли добиться желаемого результата. С ценами вы можете ознакомиться чуть ниже.